Единственная школа в селе Джангарач Сокулукского района Чуйской области. Учебный корпус построен более 60 лет назад. Несмотря на аварийное состояние, здесь учатся около 250 детей. Сейчас не так уж все сыпется, но постепенно разрушение идет. В фундаменте есть трещины, да и сам он не классический, каким должен быть. Просто был сложен из камней. Между тем, в селе существует недостроенное здание образовательного учреждения на 200 ученических мест. В 1998 году каким-то образом оно перешло в частную собственность. В результате работы ГКНБ над обнаружением незаконно приватизированных объектов здание школы вместе с прилегающей территорией в 20 гектаров земли оценочной стоимостью более 376 миллионов сомов возвращено государству. Мы не знали до этого, на чем балансе находилась эта школа, которую так и не достроили. Сейчас услышали, что вопрос уже решается. Тот проект был английским, как их учебные заведения, такие, например, как Кембридж. В ней могли учиться дети со всего Кыргызстана. Учителя могли там работать. Надеемся, правительство разрешит вопрос полностью и нам построит новую школу. Кроме того, в результате работы ГКНБ государству также было передано здание Гавриловской школы Сокулукского района оценочной стоимостью более 255,5 миллионов сомов. Как сообщается, это учебное заведение с прилегающей территорией общей площадью более 18 тысяч квадратных метров было приватизировано в 1992 году сельхозкооперативом имени Шопокова. В 2006 году Министерство образования выкупило его за 12,5 миллионов сомов. Однако государству до этого момента школа так и не была возвращена. Вот видите, вот техпаспорта есть, а земельного не было. Вот, а у меня акты есть, она перешла, была активирована, что в 2006 году была выкуплена на 12 миллионов сомов. Каким-то этим вот, земельного акта нету, да, до сих пор отсутствовала. А теперь ГКМБ вот довели до конца. Вот теперь мы очень рады. Спасибо огромное, кто нам помог. Что на баланс государства перешла школа. Многое даст. Мы можем участвовать на многих проектах для развития школы. Это, конечно, на балансе государства это очень хорошо. Госкомитет нацбезопасности продолжает работу по обнаружению и возврату государству незаконно приватизированных объектов. Два дня назад в Токмоке государству было возвращено незаконно приватизированное здание детского сада с территории 5375 квадратных метров стоимостью 130 миллионов сомов. Владельцем участка, как сообщается, является президент Конгресса женщин Кыргызстана. В начале года также усилиями ГКНБ в Бишкеке было обнаружено незаконно приватизированное здание детского сада, долгие годы использовавшееся как база отдыха. Дошкольное учреждение было возвращено государству, полностью отремонтировано и недавно открылось по своему функциональному назначению. Сейчас оно принимает около 700 дошкольников. Булат Исаев, Умар Малашев, АЛТО-24.